Первый паук обнаружен. Иду на перехват. Так, что у вас вечеринка здесь? Не помешаю? Джибуньк. Здрасте, меня зовут Мазл. Добро пожаловать обратно в Kill It With Fire. Омега-файлы, подожди. Что это такое, интересно? Первая миссия, пошли. Пам-па-па-пам-пам. Бесконечные пули, это просто тема, а? Так все это было прямо зипизи. Катаны! Папочка, где была, интересно, здесь? Не шуми, мэ. Ой, потрошки разбил. Омега-папочка, ты вообще была здесь, а? Там уже получается выход и все? В этом месте ничего нет. Ну ты пакость, а бесстыжая. РПГ бесконечная. Игра крашнулась. Охереть. Ну за что, люди? Нет. Даже движок все эти взрывы не выдержала. Омега папочка. Мы уже опять здесь? В туалете была, что ли, а? Здрасте. Вы зубы чистите, да? Не буду мешать. Баллончики здесь, испытания здесь. В унитазе нет? Пакость, смыть. Походу, папочки нет здесь. Ближний бой. Она была вроде бы здесь. За шкафчиком вот этим. Тю-т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 ю. Вот это да. Папочка Омега, покажи. Какой-то беспорядок. Ну-ка, в меню, что это такое? Где-то в этом месте папка все равно есть. Надо искать. Как ты смеешь, пакость? Ну-ка, лежать. Пьяненько оставь. Где же папочка может быть, а? Конечно, здесь. Ну, сволочь, а? Бесконечный РПГ, будьте любезны. Тру-ту-тун-тун-тун, потрошки. Как это не хватает? О, что я делаю? Подожди. Пакость! Может быть здесь? Пиломет! Лампа двигается. Пиломет в бой! Поджигаю его. На этой карте получается пусто или что? Рыба-рыба. Здравствуйте, желаете пиломет? Что, боеприпасы пиломета кончились? Почему? У меня же бесконечные патроны, вы что, как так? Меня кинули, а? Приветик. Охереть. Так, где моя папочка? Боже мой, что мы сделали? Посмотри, какая жесть. Бедный туалетик. Это не я. Давай все вытаскивать, я не знаю. Ну просто пусто везде, а? Картина здесь? Или капельку здесь? Или вот здесь? Боже мой, что мы делаем, а? Ну почему-то показывает только вторую папку Омега. Первую тупо типа нет здесь. Здрасте. О, сосед здесь, нихера себе, впервые вижу. За дверкой была картина, оказывается. Домашние заботы. Где папочка была? Здесь? Где-то вот здесь прям была. Вот валяется внизу она. Доставочка. Так, покажи. Третья, видишь? Значит, первая миссия реально есть. Только вот где? За телеком? Нет? Ну оставь телек, плазму, сволочь. Сосед, подскажи, а? Что делать? Что-то светится. Она здесь, вот здесь, видишь? Прям в карабасе он там валяется. Дайте сюда, будьте любезны. Новый сотрудник, это мы? Просто величайший здесь. Пойдем почитаем. Наконец-то, а? Думал, где она может быть? Все уже обошли. Папочка Омега. Всем сотрудникам. От Лэнгстона. 13 января 2000 какого-то года. 8 утреца. Новый сотрудник. Коллеги, поприветствуем Джона Гибса. Нового главу отдела IT. Он мой племянник. Но он заслуженно получил эту должность. Ну как же иначе? Пока Гибс осваивается на новом рабочем месте, не забудьте познакомиться с ним и представиться. Все поняли, а черти? Я уверен, что его навыки будут полезны в нашей особенной работе. Стол Купера теперь находится возле стойки регистрации. Больше никаких обсуждений той вечеринки в прошлом месяце. А что случилось, а? Ну-ка, рассказывайте. Беспорядок. Пишет Уэс Стоуну. 4 февраля, 10 утра. Беспорядок. Твой стол заварен обертками от конфет, стаканчиками от кофе и пустыми упаковками от сырных палочек. Ну всякое бывает, а? Если хочешь травить себя этой дрянью, пожалуйста. Но рабочее место в чистоте содержать нужно. Приведи стол в порядок. Никто не поверит, что мы серьезная фирма. В натуре, а? Доставочка. От начальника опять, да? 23 марта, 3:38 ночи. Доставочка. Ну ты чё, поехавшая, все спят. Наш спонсор доставил 75 килограмм урана. 235. В здание Би. Надевайте персональное защитное снаряжение, когда работаете в здании Би. И не забывайте о дозиметре. В случае несоблюдения правил безопасности, вы можете получить травму и дисциплинарное взыскание. Ну потише будет, начальник, а? Нам детей еще кормить. Я обращаюсь к тебе, Ломбарди. Это кто еще, а? Всех жду на планерке в понедельник в 8 утра, чтобы обсудить дальнейшие действия. Начальник, базара нет, говно вопрос. Еще 5 осталось, да? В добрейший путь. Почему-то оружия здесь нет? Какого хера? А, только дрон остался и все. Уже был пылесос. Ну, по идее, все остальное мы видели, да? Неудобство. О, магазик. Старое доброе место. По-моему, было где-то здесь. Кто шумит? О, красная пакость. Пилометик. Отдыхаешь и бахаешь. Блин, прикольная локация была, магазик. Прямо четенькая. Как мы взорвали все здесь.
Да прям вот так, да? Ой, мать-перемать. Нет на газика, все, пропили. Вроде в этом месте была папочка, да? Где-то вот здесь? Или нет? По-моему, здесь. Ой, хорош, как я помню, а? Давай сюда. Тестики. Ну-ка, дрончика покажи. Что он умеет делать? Ой, помоечка. Ты на кого прыгаешь, пакость? Куда полез? Ну-ка, вернись. Если ты мужчина, сюда иди. Сейчас только я поднимусь, собака. Вот так прям залезу. Чук-чук-чук. О, белый паучок. О, это идеальное место, подожди. Запускаем дрончика, так. И что он делает? Первый-первый паук обнаружен. Иду на перехват. Офигеть, посмотри по тепловизору здесь. А что он умеет делать? Взрывать или что? А, он взрывается просто. И паучки разлетаются. Охеренно. Операция дрончик. Выезжаем. Дю-д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 ю. Где пацаны? О, заправочку можно взорвать. Гениальная идея, подожди. Жалко, он только взрывается и все. Думал, можно еще и пострелять. Опа-на. Цель обнаружена. Иду на перехват. Чпыньк. Первый-первый, вижу врагов. Выдвигаюсь. Операция взрыв. Чпыньк. Охеренно, посмотри, просто, а? Пойдем почитаем. Какой-то Ким нашему начальнику пишет. 25 апреля, 6 вечера. Тестики. Отрицательные. Результаты тестов. 100, 113, 115, 132. Тест 114 пришлось прервать. После того, как в реакционной камере нашли паука. Фильтр номер 3 был обследован, и в нем обнаружили маленькую дырку. Паук не пострадал, но успел сбежать. Какая же пакость. И его не поймали. Рекомендую провести проверку мер безопасности, чтобы упредить возможные проблемы. Базара нет? Вот так все было, оказывается, а? Ты посмотри. Ну-ка, миссия 5. Цветы зла. Огородик мы идем. О, как же красивенько здесь, а? Такое все пышненькое. Пыли-пыли-пылесос. Я могу это взять? А, не могу. Ну-ка, РПГ. Пойди проходим здесь. Был вроде бы, нет? Кто шумит? Кто посмел? А, смотри, сожглось, охеренно. Вот и проходим сразу, а? Она была не здесь, а где? А вроде была здесь. Обежать? Да, вот здесь валяется, все, просто обежать. Жалоба! Ну что вы начали, скоты? Ой, паучишка, не бегай здесь. Опять дали дрончика, подожди. Ну-ка, вылетаем. Ну что-то никого не видно, а где все? Эй, друзья, вы где? Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Подожди, здесь. Найдена цель. Даже две, выдвигаюсь. Чпыньк! Прости, храм, бывает. Блин, шикарная тема, а? Жалко нельзя за карту. Вижу цель, камушек, чпыньк. Ладно, пошли. Говорите, жалоба, да? Ну-ка, пять. Отстал на ломбарде. 27 мая, 11:20. Жалоба. Пропала моя заначка с сырными шариками. Я бы сказал, что это совсем не смешной прикол в духе Уэста. Но он всю неделю отсутствовал. А че, вы пауки съели уже? Нихера себе. Я пошел в магазин круглосуточный за новыми. Если хоть кто-то тронет мои батончики, я запущу ЧС Омегу быстрее, чем он скажет, обогащенный уранчик. Я предупредил. Ну, спокойненько, братишка. Амбара штурм. Пошли. Где же она была здесь, а? Пыли-пыли-пылесос. Он петрушечку унес. И помидорки тоже. Кто шумит? Ну-ка, подавитесь. Чук. Кому помидорки, а? В этом месте, может быть? Где трактор, нет? Че, не здесь? Не шуршим, а? А, прямо там валяется, видишь, папочка? Иди сюда, пакость. Засосать. Меняем режим, подожди. Вот так. Идешь в космос. Прощай, брат. Ты еще живая собака, пиломет. Ну-ка, стоять. Отдай мое лезвие. Какова же сволочь, а ты посмотри. О, что началось? Ракетометик, в бой! Кого ты родила, мать, а? Как тебе не стыдно? Так фламинго торчит за бочкой, а? Я тебя вижу, братка. Смотри у меня. Ой, сгорело, стой. Надеюсь, целая? Отгульчики. Выдвигаюсь. Операция чпыньк. Охеренно. Ну давай горшки взорвем, подожди. Операция горшки. Прям вот так, давай подлетаем. Быдыщ, охеренно, посмотри. Самое то для дрона работа, да? Горшки пустые взрывать. Точно, тыковки. И арбузики. О, паучишка, здоров. Ну чем мы убегаем, Правильно, обратно иди. Беги-беги, пока можешь. Запирай это все, пусть там пока догорает. Шикарненько, слушай, Главное меню. Пошли почитаем. Опять начальник всем пишет. 13 июня, 8 утра. Отгулы. Вест и Стоун взяли отгулы по личным причинам. Но мы и без них справимся. Какая собака, ты посмотри. Где уважение?
Кстати говоря, поступили жалобы на паразитов в здании Би. Купер, я так понимаю, теперь это в твоей компетенции. Пожалуйста, разберись сегодня вечером. И походу пацана уработали, а? Ты посмотри, что творится здесь. Бумажный след. Сахарочек. Жалко не лунная. Прям вот там валяется, нет? Да, она вроде вон там прям была на стульчике, подожди. Пыли-пыли, кто посмел? Какая мразь. Кто плюется? Тебе не уйди, собака, от преследования. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чбыньк. Думал, сбежишь, плеватель, а? Так, что у вас вечеринка здесь? Не помешаю? Чбыньк. А вот и папочка здесь. Дай сюда. Ну что мы там сидим, типа не палимся, а? Все, жечь. Дайте мне РПГ. Ой, хорошо. Пора почитать. Ломбарди пишет всем, кто увидит. 20 июня 16.50. Новое назначение. Мы нашли Уэста и Стоуна. Точнее, то, что от них осталось. Какой же кошмар, а? Лэнгстон и Купер пропали. А Гибс только что покинул город. Полагаю, теперь за главного я. Наш спонсор молчит. Так что Томпсон, Ким и я отправимся в здание Би и исполним протокол действий в чрезвычайных ситуациях. Если вы читаете это, бегите! Ой, матушка! Ладно, в ЧС Омегу бежим. Ту-ту-тун-тун-тун-тун-тун. Эх, сейчас бы пицца, а? Покушать бы. Чик-чик. Это можно просто поломать. Какой там был пароль, я не помню уже. 3-6-4-7, нет? Неправильно! Желтая 4, синяя 7. Зеленая 1, да? Красная 6. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, все неправильно, матерь божья. Это было вот так 1 вроде бы, это было 7. Это 4. Вообще, посмотри, все цифры неправильные, а? Ой, пропитая башка. Отпирайте, будьте любезны. Это здесь пакость? Походу, его нет. Какая же мразь заныкалась, помнишь здесь, а? Не, походу, не здесь, да? Тоже, походу, нет, да? А если дрончика врубить, подожди. Эй, братан, кыс-кыс-кыс. Откуда ты появился тогда? Тут не валяется? Ой, сколько там сволочей, матерь божья. Где же конец истории, а? Ключик, да, охеренно. О, прям здесь. Ну, мы уже поломали замок. Из великого туалетного царства. Ну-ка, финальная папочка есть, пошли почитаем. Прикольно замутили историю отдельно, а? Ну-ка, омега-файлик. Итак, запрос. Гибс город покинул, да? Он новый сотрудник. И он нам пишет? В нашу контору, получается? Ну вы что, выпиваете здесь? 21 июня, час ночи. Спустя день всего, да? Ты посмотри. Запросик. Здравствуйте. У меня дома пауки завелись. И во дворе я парочку видел. Ну всякое бывает. Ты чё? Некоторые из них очень крупные. Я прочитал отзывы о вашей компании в интернете. И вы мне показались настоящими профи. Ну как же иначе может быть? Мы же батюшки здесь. Я готов любую сумму заплатить. Лишь бы вы помогли избавиться от пауков как можно быстрее. В прикрепленных документах банковские реквизиты для выставления счета. И адрес тоже. Ключ под ковриком. Заранее благодарю. Нас, получается, позвали просто дерьмо их разгребать. Каковы же скоты, а? А в этой миссии видно чьи-то кабинеты, подожди. Прям пауки до нас, получается, добрались. Надписей здесь нет, да? Чьи-то кабинет, ничего не известно. Да пропустите меня, боже. Мы этим чувакам помогли, получается. И привели эту беду еще и в свой город, да? И на весь мир тоже. Охереть просто, посмотри на это, а? Да, веселая история здесь. Ничего не скажешь. Наконец-то мы все узнали. Пока на этом все. Большое спасибо за просмотр и увидимся.